Куда идешь? Я? Да. Вы знаете, на масленицу. На какую? Масленица пришла и... Как? Вот так пришла? Ну что, будешь драться? Чего? Куда? Сейчас драться будут, смотри. Толкаться. Хочешь так же? А? Будешь? Ну давай. Я не хотела идти вперед за чаем. А. На лице. Рисовали. А что рисовали? Не знаю. Драться не хотите? Не хочу, это для мальчика. Точно? По-моему, девочка вот дерется. Девочка против кого? Очкарика. Против кого? Очкарика. Вы что, антисемит? Это расовые принадлежности какие-то или что? Только очкарик может называть очкарика очкариком. Извините. Надо быть толерантным. Ты скажешь, что это очкарик. Чего? Это ты меня очкариком назвал? Что делаешь? Кого? Нравится? Запивайте. У тебя там чистая сгущенка? Правда? У тебя уже шарф из сгущенки. Эй, осторожней, пожалуйста. Довольная. Что такое? Сгущенка, не сгущенка? Из шарфика. А, с запахом шерсти. Ребенок, ты довольный? Подойди, тут теперь очередь собралась. На сгущенку. Какой головастик прикольный, глянь. Ну как вам праздник? Шикарно, да? Любители сладкого? От сладкого попа не растет? Птенчик, поить его надо. Все, давай выкинем сгущенку, давай. Наелась уже. Пошли в магазинчик сходим. Погреемся, пойдем. Тебе надо носик как у мушки, чтобы ты прям туда за носиком залезла и поела, да?
Нет. Лучше как у бабочки такой, который скручивается. Там когда надо, он так раз и развернулся. Ну что, доела свою сгущенку? Или будем выбрасывать? Нет. Как-то так сгущенку выбрасывать, да? О, господи, весь шарфик. Кир, заканчивай вот это вот уже, правда. Как из сухой салфетки сделать мокрую, мама, расскажи нам. Этот лайфхак не для всех. Да, берешь чай, сухую салфетку и все. Да. Пойдемте. Все, Кир, хватит зайти, давай. Да. Да. Прохода. Прохода. Ну, что написано? Все. Нет, прохода. Да. Что же делать? Мы тут застряли навсегда. Это все из-за тебя, Кира. Ты нас сюда завела, затащила. Мы от тебя вообще убежать хотели. Да? Ахалай-махалай. Приходи к нам! Повеселились хорошенько! Ну что ж, молодец, сыночек, молодец, умник! Как вам? Конец. С праздником вас!